тоже. А еще одна сестра от Николая. Всех приветствую, всех люблю. Поздравляю на всички. Хотела дополнить свидетельство. Бихи сказала, дополнят вас свидетельство, кое это указа сестрами. Я хотела еще на прошлой неделе. А что минул ты седмица, из когда бы расскажа? Это не совсем свидетельство, а это как вот стиль нашей жизни. Это не совсем свидетельство, а мы больше как стиль на наше живот. Когда мы доверяем Господу. Когда мы доверяем на Господа. Когда мы прошение, в молитве, в благодарении. Молитесь через молитву, через благодарение, мы молим за нечто, то и всичко устроило. У нас ну, как бы в нашей семье начались испытания даже до войны. В нашей семье все започнали испытания, даже под войной это започнило. Еще минута година, когда ты сестра меня не можешь до руди. Потом, когда попались на аферисты, она хотела купить машину. После этого срежных мне дней аферисты и скажу, тебя докупи кула. Потом в феврале месяце у меня муж чуть не умер. И при феврале месяц мужа мне за малку до почини. После этого война это започна. Потом мы молились. Как нам поступить правильно? Все это вас молит, оставаться как в Украине, правильно, да поступим, да устанем в Украине или до Трибни. И все в молитве. И всичко го правим через молитву. У Бога и Господь всегда винаги одинаково. Когда мы доверяем Ему, когда мы все доверяем проходим с терпением и с благодарением, терпение, потом с в один момент след открываются това, небеса, и идут такие небеса, благословения. И идут такие благословения, что просто и хочется прыгать от счастья, как Давид. Ты просто лисиська, да скачами от счастья, как Давид. Да. Так что мы любим тебя, Господь. И за това ние то увичаме, Господи, благодарим тебя за всичко. Аминь.